Большой мини-футбол в Минске. А в следующую среду, 20 ноября, клуб «Столица» начнет выступление в элитном раунде Лиги чемпионов. В нашей группе D – украинский «Херсон», чешская «Спарта» Прага и очевидный фаворит четверки – испанская «Барселона». Кроме того, в расписании футболистов «Столицы» значится еще и республиканские соревнования. Завтра команда сыграет с Минском в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси. Несмотря на то, что соперник – дебютант этого турнира, совсем скоро три матча Лиги чемпионов. Расслабляться и как-то беречь себя команда не намерена. Здесь ты выходишь, должен играть каждую игру 100%. Чемпионат – это Лига чемпионов. Не имеет значения аутсайдер, Барселона. Ты должен выходить и выкладываться. Поэтому, конечно же, требование будет одно – выходить и максимально работать и добиться положительного результата. Но, а когда ты максимально сконцентрирован и собран максимально, то есть это залог того, что ты не получишь травму и все будет хорошо. Подопечные Евгения Осинцева начнут выступление в элитном раунде матчем против чемпиона Украины «Херсона». Команды уже встречались ранее в первом для «Столицы» элитном этапе Лиги чемпионов. Тогда белорусы уступили 3-7. Теперь же у клуба есть отличная возможность взять реванш при родных трибунах. Встреча пройдет 20 ноября на площадке спорткомплекса «Уручья». Начало в 19:30. Ну что ж, обычно говорят, свои стены помогают, это правда? Игорь, не всегда так бывает, но будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, такова спортивная картина этой пятницы.